Друзья, всем добро пожаловать на наш канал в Ютубе. Всем добро пожаловать в Турции, в городе Алания, друзья. С вами Асым. Друзья, совсем скоро мы поедем в Казахстан, друзья, Атырау, Нур-Султан и в Алматы будем, друзья. Если вы хотите свою жизнь менять в хорошую сторону, если вы хотите получать доход евро, если вы хотите получать вид на жительство и гражданство, друзья, и как можно правильно здесь жить в Турции, именно в городе Алания, либо в Мерсине, друзья, мы для вас сюда приедем, друзья, будем с вами поговорить. Нужно просто заранее записываться. Индивидуальные встречи будут. Для индивидуальной встречи нужно записываться. Под видео есть мои контакты. Пишите, звоните. Так что, друзья, я для вас сегодня подготовил очень хорошо. Одна большая квартира, друзья. 2 плюс 1 с мебелью, с бытовой техникой. Возле нашего офиса отсюда буквально недалеко, 400 метров недалеко от моря, друзья. Место расположения отлично. И богатая инфраструктура. Очень хороший проект, друзья. Поэтому я сегодня решил с вами поделиться именно этот проект, друзья. Так что, друзья, мы уже с вами давно-давно общаемся, давно-давно вместе с вами развиваемся, друзья. Просто, если вы хотите вместе с нами развиваться, друзья, нужно просто подписываться на наш канал в Ютубе, чтобы каждый день увидеть, что происходит в Алании, либо в городе Мерсин, друзья. Туристки глубокой жизни можем с вами посмотреть именно через наш канал Арбатомс. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и нажимайте с правой стороны есть колокольчик, чтобы каждый день получить интересный, полезный видеоролик, друзья. Теперь поедем, посмотрим наши сегодняшние предложения. Поехали! Как-то недвижимость, друзья, очень важно. Еще один пункт – инфраструктура. Для сдачи аренды, для перепродажи это очень важно именно здесь, друзья, чтобы ваши дети отдохнули очень хорошо. И для пожилых людей тоже это очень удобно. Как-то есть открытый бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал, еще есть место барбекю, еще есть, друзья, бильярд, теннисный стол. Это именно в этом комплексе есть, друзья, вот такой богатая инфраструктура, друзья, от моря. 400 метров недалеко, все городская инфраструктура тоже здесь рядом. Каждая пятница базар, рядом есть пекарня, рядом есть продукты, магазин, аптека. Вот это все для комфортного жизни. Что вам нужно, все близко, друзья. Так что мне очень нравится, как-то комплексе есть чистота. Очень чистый, уютно, комплекс, друзья, очень чистый, чересчур чистый. Мне это очень нравится, на самом деле, друзья. Вот такой очень высокий дом, и у нас квартира на четвертом этаже, друзья, и планировка очень удобна. Очень важно, что еще застеклено балкон. Вам не нужно дополнительно что-то затратить, друзья, все готово, все есть. Давайте теперь поднимаемся, посмотрим, какая планировка. Еще самый главный место расположения, друзья, не только инфраструктура, место расположения тоже очень важно, как-то потом перепродавать и отделка качества. Так что это мой опыт. Как вы думаете, я это не знаю, это ваша проблема. Так что как раз я вот в таком месте расположения нахожусь, друзья. Здесь можно сидеть, кайфовать, друзья. Так что
Мы с вами поднимали на 6 этаже, не 4 этаж, 6 этаже, друзья, 140 квадратный метр с мебелью, с бытовой техникой продается. Это главный выход, вот это главный выход. Заходите сразу, у вас с правой стороны вот такой романтический, да, по-русски? Романтический. Романтический туалет, вот такой свет, очень, как будто это свет немножко возбуждает, да, такой свет, не, что-то не то здесь. Так что, ну, самое главное, качество очень хорошо, чистый, уютно, здесь душевая кабин, еще есть вот такой для обувь шкаф, друзья, все чистые, уютно. И идем с вами, коридор такой длинный, широкий. Давайте откуда начнем? Давайте отсюда начнем. Это родительская комната. Родительская комната, давайте, первый оператор. И огромный большой вот такой кровать, обои, потрясающе красивые обои здесь. Еще есть с левой стороны вот такой современный шкаф. И вместе с зеркалом для женщины, что покрасили. Помада использовали, да? Еще здесь есть вот такой балкон для родительской комнаты, балкон. Еще вот такой занавес поставили, чтобы здесь что-то можете поставить. Это не главный балкон, главный балкон я вам покажу. Это для родительской комнаты. Вот такой открытый балкон. Итак, самое главное, мне очень понравилось место расположения. Тихо, спокойно, и все городская инфраструктура здесь рядом, друзья. Еще вот такой широкий, большой шкаф. Огромный, большой шкаф, друзья. Еще просто не шкаф, это очень удобно и качество. Посмотрите, очень качество в самом деле, друзья. Еще вот такой огромный, большой. Еще один санузел здесь, друзья. Вот такой санузел. И здесь тоже большой, много шкафов есть, здесь тоже шкаф, здесь тоже шкаф. Короче, без шкафа никуда не денетесь, все шкафы здесь есть. Давайте аппарат еще дальше идем, посмотрим. Наш оператор где-то упал, наш оператор. Все нормально? Нормально. Все нормально, хорошо, бывает. Так что разные ситуации, попадем, ничего не страшного. И занавес тоже очень красивый. Вот такой ткань очень качественная, мне кажется. Еще люстры тоже. Все вещи очень качественные, в каждой комнате есть еще кондиционер, друзья. Вот длинный, широкий коридор. Еще здесь с левой стороны есть вот такой широкий шкаф, друзья. И, конечно, вот стиральная машина, чемошир макинесы, вот здесь чемошир макинесы, здесь много шкаф, и с правой стороны, вот давай, заходи, осторожно, осторожно, не упасть, там нужен просто, хорошо. Еще здесь вот такой родительская комната, шучу, конечно, это детская комната, и она простая, и очень светлая квартира. Так что светлая квартира и большая, 140 квадратный метр. Вот такой огромный большой зал, друзья, вместе с кухней. Светлое, очень красивое расположение. Юг, запад и север. Вот это угловые очень, расположение очень хорошее в самом деле, друзья. Мне очень понравилось расположение. Вот в таком виде она на продаже. Все бытовая техника тоже есть. Вот здесь микроволновка, еще есть здесь холодильник. Холодильник тоже Арчелик, турецкая марка. Все качество вещи, много качества хороших вещи. И духовка тоже, вытяжка тоже есть, телевизор тоже есть. Телевизор тоже покажи, аппарат. Итак, заходим откуда? Отсюда вот выходим, не заходим. Итак, вот я вам говорил, балкон застеклена. Огромный большой балкон застеклена. Здесь тоже для балкона мебель тоже есть. Это тоже выходит стоимость, друзья. Огромный большой балкон, вот такой угловый, очень длинный. Еще застеклено, еще вот занавес тоже есть. Вот посмотри, занавес очень длинный, широкий занавес. Вы можете вот так закрывать, если вы не хотите, чтобы другие вас видели. Так что очень удобно, как будто еще одна комната. Что мы вместе с вами смотрели, друзья? Смотрели район Махмутлар, город Аланья, 400 метров до моря, возле нашего офиса, все городская инфраструктура здесь рядом, на 6 этаже, 2+1 с мебелью, с бытовой техникой продаются, друзья, очень
хорошее расположение и богатая инфраструктура. Если у вас есть какой-то вопрос, друзья, по поводу турецкой недвижимости, можете ко мне обращаться. Я вам все ваши вопросы отвечу. Хорошо. И казахстанцы, конечно, не забывайте, будем в конце мая у вас, друзья, Атырау. Сначала Атырау будем, первый раз там будем, потом Нур-Султане будем, потом будем Алматы, друзья. Если вы хотите себе дарить вот такая красота, друзья, мы готовы с вами индивидуально встретиться и поговорить. Только нужно заранее записываться, оператор. Вот это наш номер, телефон, друзья. Пишите, звоните, мы всегда с вами на связи. Всем удачи, друзья. Любите себя, берегите себя. Кроме вас, никто вам не поможет. Поверьте мне. Пока-пока.